Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас на матче единой лиги ВТБ. Сегодня мы с вами понаблюдаем за матчем Минска и Руны. Присоединяюсь к искренним соболезнованиям, пожеланиям выздоровления всем, кто пострадал каким-либо образом в том, что произошло позавчера в Крокус-Сити. Бросок 30-го номера. На этот раз он оказался не точен, а в ответ... Издали Борисевичем. Агумбеми Джексон на Зака Смита. И тот вколачивает сверху. Также Алекса Проданов. И вот его как раз обкрадывает Микульский. И в быстром отрыве Микульский. Зак Смитом ходов сыграли. Шливанщине с дальней дистанции. Зак Смит в защите отрабатывает. И легкие 2 очка еще для Минска. Попасть в плей-офф есть у всех. А так мы просто смотрели ровно то же самое второй раз подряд. Шливанчинин из-под кольца. Точек. Зак Смит, Попов понимает, что тот издали не опасен. Гулмеми Джексон на Зака Смита. Чебашек одного оставили. Башет с дальней дистанции, точит. А это передача вниз. На Попова не проходит, даже Зак Смит ее ждал. Агумбеми Джексон на Микульского. Микульский. Агумбеми Джексон на дриблинге уходит от Ивановича. Продолжает двигать мяч, доводит до Чебашика. Чебаше. Что и как, и какой рукой он смог сотворить. Шливанчина. Заслон от Зака Смита. Бенджамина Джексона, Бенджамина Павла, Дуду, Дуду! Бенджамин Павел Дуду издали не атакует, а Гумбеми Джексон из угла, го-го-го!